Место плавания и игры в футбол с друзьями, больничная койка и страшный диагноз. 13-летнему Максиму Гаврилюку из Бельц нужна срочная помощь. Почти год назад у него обнаружили рак лимфатической системы. Мальчик нуждается в срочной операции и длительном восстановлении в Румынии, но его родителей нет на это средств. Изначально Максима лечили от воспаления лимфоузлов – лимфаденита. Правильный диагноз поставили лишь спустя 10 месяцев, когда рак был во второй степени. Болезнь быстро прогрессирует и уже распространилась на внутренние органы и позвоночник. Со временем увидели, что это все не проходит, обратились к другому семейному врачу. Уже дальше нас направили к хирургу, хирург-онкологу, уже сдали анализы. Мальчик перенес 2 курса химиотерапии и сейчас готовится к аллотрансплантанту стволовых клеток. Госпитализация, анализы, лекарства и операция в клинической больнице в Фундене в Бухаресте будет стоить несколько десятков тысяч евро. Если у нас не получится сделать страховку, чтобы покрыть какие-то расходы по операции по трансплантанту, то операция стоит 40 тысяч евро. Самое дорогое – это препараты, поддерживающие после транспланта. Это иммуномодуляторы, которые стоят от 1,5 до 3 тысяч евро. Сколько их надо будет, никто не может сказать. В прошлый раз мы 7 дней побыли в больнице, заплатили около 700 евро. Это несмотря на то, что мы со своими лекарствами. До сегодняшнего дня семья потратила на лечение уже 100 тысяч леев. Ну, очень благодарна ассоциации авиация фаролеучемии с Кишинева. Вот они нам помогли, выделили нам 20 тысяч. Потом помогли благотворительный магазин с Кишинева, шоп-место, тоже 37 тысяч нам выделили. А остальные деньги нам с моей работы очень сильно нам помогли. Родственники помогли. Сегодня даже поход в магазин рядом с домом для Максима – испытание. Поэтому самая большая его мечта – это быть здоровым. Хочу, вот, допустим, сходить в магазин, допустим, за тем же хлебом. Я пройдусь до него, у меня уже сердце стучится, как сумасшедшее, очень сильно в голове и везде. И это выходит как слабость какая-то. Если вы хотите оказать помощь Максиму, можно связаться с его мамой по номеру телефона 0684-37150 или перевести посильную для вашей семьи сумму на любой из этих счетов.